Привет, дорогие друзья! Как я вам и обещала, мы определим у ребенка, какая энергия. Когда он рождается, естественно, когда он только родился, вряд ли мы с вами это заметим, но это можно определить по прошествии нескольких лет после его рождения. Да даже, наверное, и года. Если вокруг начинают болеть и умирать люди, то однозначно ребенок несет, скажем так, нехорошую энергию. Это не значит, что это будет происходить постоянно. Вот появился он, да, и все начали умирать и болеть. Но если какое-то время вы проведете с этим ребенком, с этим человеком, то очень часто происходят какие-то заболевания. Если человек, ребенок хорошо к вам относится, то это происходит как ОРВИ, грипп. Если плохо, это может серьезно как-то закончиться и завершиться. Опять же, энергия, она развивается по мере взросления человека. Если ребенок еще маленький, то это незначительный, скажем, может даже вы и не заметите. Но чем старше он становится, ну или она, то это все ярче и ярче выражается. Можете обратить внимание, если у ваших знакомых или в семье такие люди, такие дети. Обратите внимание. Надеюсь, мое видео было полезным. Всем спасибо. До новых встреч.